вы? Подпишись на канал, поставь лайк под этим видео. Ты молодец! Ура! Мы приехали кушать пиццу! Я так люблю пиццу! Куда мы приехали? Привет, друзья и подружки! Вы меня помните? Я тут деда своего привела в этот торговый центр. Так уж он мне понравился, что я его сюда тоже привела. В общем, скажу вам по секрету. Самое главное, ему не попадать в магазин музыкальных инструментов. Он в прошлом музыкант и певец. Мы его просто оттуда не вытащим. Мы привезли внучка, чтобы пиццей его накормить. Ну что, дедуля, пойдем, я тебе покажу такой классный магазин этот. Вытащили меня, ля-ля, ля-ля, я так хорошо играл на пианино. Ура, мы будем есть пиццу, пойдем. Привет, ребята, вы не обращайте внимания, я все время пою и пою. О, я хочу капучино. Отлично, я даже не думал, что здесь горячий капучино можно попить. Но я же тебе говорила, что тут прикольно. Пойдемте скорее пиццу кушать. Ля-ля, ля-ля-ля, пойдемте. Даже нам сначала сходить, куда зайти? Поехали на следующий этаж, посмотрим. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Тут где пицца, где пицца? Ой, тетушка с длинным носом. Вы что, слон? Вроде не слон, уши маленькие для слона, но неважно. Давайте мы посмотрим, что у вас тут есть. Я такая модная бабушка стала с вашим магазином. И мне обязательно нужно одеться и деда приодеть своего. О, вот эти туфельки на меня как раз. Отлично, я на каблучки стала. А что же мне еще интересного одеть? Ух ты, какие тут платьишки. Вот это я красавица. А так. Ой, бабуля, я тебя не узнаю. Ты че, совсем помолодела? Я сейчас в обморок упаду. Видел, какая красотка. Класс. Вот как я прыгать-то умею. Ля-ля-ля-ля-ля. А что тут для меня есть интересненького? Я супермодная продавщица. Я вот тут, видите, в красных штаниках горошек. Ну что нам ваши штаники? Вы нам покажите, какие у вас есть тут покупки нам сделать. Ой, да-да-да. Дедулька, вы такой симпатичный. Давайте мы вам оденем вот этот пиджачок. Yeah. Ух ты, какой красавец. А хотите, мы вам оденем еще супермодные вот эти штаны? Вау, я совсем крутой. Ну, и я тоже. А это платье можно померить? Ой, я прям как на бал собралась. А это? Класс. А это? Ха-ха-ха, какая я бабка молодая. Слушай, ты правда бабка молодая. Ну, что еще хотите померить? Нет, дайте мне это платье, я не хочу, я хочу вот это платье, вот это. Нет, не, не это, нет, где же то красивое? Yeah. Ой, это кто на меня твое платье дела? Слушай, дед, быстрее снимай это платье, а то я как-то, мне это совсем не нравится. Yeah. Нет, и это, вот я буду вот в этом платье, а это вы все вешайте. Мы покупаем только платье и деду вот такие штаны с кофточкой. Все, больше нам ничего не надо. А что вашему мальчику хотите купить? О, да, внучку, внучок, иди сюда. Где наш внучок? Ой, он где-то потерялся. Надо его искать. Как потерялся? Не может этого быть.
Да-да, он куда-то ушел. Он сказал, что он пошел есть пиццу. Как пиццу есть? О, он ушел. Пошли, бабка, скорей. А денежки вы платить будете? Да, конечно. Мы заплатим вам денег. Возьмите вот денежки, которые кредитная карточка. А ну, очки вот эти тоже мне подойдут. А ну-ка я попробую. Вау, какой я классный, я музыкант. Ля-ля-ля-ля. А ну, а бабка, ты вот эти помири, бабуленька. Ну, все морщины сразу повылазили наружу. О, а вот это отлично. Вот так и пойдем. Спасибо за покупки, но вы забыли еще купить вот такой красивый. О, отлично, только его не видно. Нет, зря деньги тратить не хочу, забирайте. А может кепку? Вот это я крутой. Бабушка, а вы, может быть, шляпку примерите? Ух ты, я принарядилась, спасибо, дорогая. Человек-слон, спасибо. А что у нас тут? Может быть, тут наш ребенок? Здравствуйте! О, прекрасная дама! О, дорогой господин, проходите, проходите! Я вас красивая, я вам бороду покрашу! И вы не будете седой, а будете черный! Бороду? Ух ты! Бабуля, ты слышала? Да знаю я, у меня уже тут был розовый волос! Это классно, но нам же малыша нашего найти нужно! Ну, можно я быстренько, а? Ну, быстренько, я хочу черную бороду себе. Вот это я красавчик. Полюбуйтесь, я совсем на деда не похож. Это точно. А мне, пожалуйста, сделайте что-нибудь тоже красивое, чтобы я в этой шляпе, пока шляпу сниму, чтобы я красивую прическу, как Мэрилин Монро. Ух ты! Нет, давайте еще что-нибудь другое. Какую-то... О, отлично! И покрасьте меня, пожалуйста, в желтый цвет, и я буду как Мэрилин Монро. Класс! Дед, скажи, мы с тобой какие красивые стали. Надо малыша идти искать. Где же он? Надо обратиться к охране. Может, они видели его. Аквамальчик не заходил? Нет, мальчик ко мне не заходил. Вам понравилось то, что мы вам сделали? Заплатите денежку, пожалуйста. Да-да, конечно, возьмите кредитную карточку. О, какие тут красивые парфюмы. Это мужские? Да-да, вот это мужской парфюм. Пшик-пшик-пшик, ура, как я пахну. А этот я, наверное, куплю себе парфюм. И возьму с собой его, отлично. Бабуля, пошли малыша искать. Спасибо вам за покупки и за все, мы пошли. И вам спасибо, до свидания. Здравствуйте, охранник, здравствуйте. Ой, здравствуйте, охранник, подскажите, вы мальчика не видели? Какого мальчика? Сколько лет? Как зовут? Какой цвет волос? Вы что, ребенка потеряли? Срочно нужно сообщить громкую связь. Да, мы потеряли ребенка, нам нужно его найти. А что это такое? Ой, я же вам говорила, магазин музыкальных инструментов нам нужно обойти. Дорогой охранник, почему вы стоите именно в магазине музыкальных инструментов? Нам совсем нельзя сюда заходить. Очки мне эти мешают, я их положу. Вы понимаете, что теперь я деда отсюда не вытащу. Мне надо ребенка искать, а он все. О, ес, дед ушел в себя. Но откуда же я знал, где мне стоять? Я охраняю этот отдел, потому что здесь самые дорогие инструменты.
Это моя мечта — быть в таком магазине. Я все тут куплю, я все тут куплю, я все тут куплю. Ой, я буду тут играть. И вот здесь я буду играть. Это просто круто. Ля-ля-па-па-пам. Тра-та-та. Кто хочет составить мне компанию? Кто хочет составить мне компанию? Идите ко мне. И барабаны, ту-ду-ду-ду-ду, и гитары. Я сейчас все здесь куплю. Я все здесь куплю. Здравствуйте. Здравствуй, человек трехглазый. Это вот ты че такой трехглазый? Я все у тебя куплю. Это прекрасно. Все покупайте. Я вам вот музыку включу, свет пускай светит. Вау, вот это круто! Дайте мне желтый вот этот, я поиграю. И вот это мне нужно, и все. Слушай, дедуля, ну ты крутой чувак! Я вообще восхищаюсь, как ты играешь. Подыграйте мне, ребятки, а скрипка, вот она скрипка. Я меня теперь отсюда не вытащишь. Ну все, ребята, я попала. В следующем видео смотрите продолжение этого видео. А сейчас подпишись на канал, нажми на красную кнопочку, ты станешь нашим подписчиком и всегда будешь смотреть самые интересные и самые модные мультики.